Но мы рады, что победили уверенно по счету, по игре. И думаем, что вернется к нам уверенность быстрее за счет этой победы, за счет нашей работы. Вот. В принципе, так. Александр Сергеевич, с победой вас поздравляем. Нам показалось, что вот с самого начала матча, ну, или как вы считаете, вы сыграли очень хорошо, или Славе все-таки не удалось ей продемонстрировать весь свой потенциал? И мы играли хорошо, и заряжены были хорошо на эту игру. И я думаю, что это просто показало отношение ребят к этому матчу. Поэтому, ну, я с вами согласен, как вы говорите, но не могу про Славию говорить, а просто своей команде хочу сказать спасибо за такую самоотдачу в первые минуты. Мы перед матчем беседовали с болельщиками, они выражали надежду, во-первых, верили в вас, в вашу команду, предсказывали победную серию. Ощущаете ли вы во время матча эту атмосферу или это так, кажущееся? Ну и поддержка своих болельщиков, вдохновляет ли она вас? Не, ну поддержка всегда вдохновляет. Просто я не понял, про какую победную серию у нас... Которая будет, болельщики предсказывали. Конечно, конечно. Поддержка всегда вдохновляет. И мы сами надеемся, что так будет, потому что, вы же знаете, по календарю у нас сейчас 4 первые тура, мы играем на своем стадионе, поэтому, ну, других задач нет. Насколько сложно и интересно работать главным тренером Бориса Скобате, его самой первой команды? Сложно, это понятно. Вот, но... Ну, тренер, наверное, это самая интересная профессия, по крайней мере, для меня. Поэтому сложно и интересно, но в Батэ надо всегда выигрывать. И не могу ответить, насколько, но сложно и интересно. Да. Сами ответили на этот вопрос. Хотя, в принципе, тренер – это вообще сложная профессия. Ну просто Витя по своим характеристикам, он может сыграть на этой позиции, вот. И учитывая повреждение Макса Бардачева, решили попробовать в тренировочном процессе. И в диалоге с ним, ну я увидел уверенность, то что он отыграет уверенно. Ну, в принципе, так и получилось. Все мы читали интервью Андрея Анатольевича Пикапского о том, что вам необходимо набрать, по сути, 12 очков в 4 матчах. Гречет ли у вас как-то это давление какое-то ощущается? Я такой задачи перед собой не слышал. Я только слышал задачу, что нам надо как-то подумать, исправить ситуацию. Вот. Конкретно про очки или про количество туров, сколько у меня на исправление. Такого не было. Ну, в моем личном разговоре.